Посмотрите, как срослась береза с сосной. Я первый раз такое вижу и спешу вам показать. Прикольное явление. Сколько же лет они вместе уже так стоят. Так, ребята, сегодня решил заштукатурить печку. Я ее уже со всех сторон сделал. С той стороны сделал, позади. Сейчас вот осталась лицевая. И вроде все. Потом ее прогрею чуть позже. Может быть, не сегодня, завтра. Так, тут нужно что-то решать с освещением. Потому что очень темно. Хотелось бы света больше. Так, все, эта сторона готова. Теперь буду приступать к лицевой части. Немного смочу, чтобы смесь хорошо приставала, держалась и не отваливалась. Так. Поехали. Так, вроде получается что-то. Потихонечку получается. Так. Так, сейчас наведу красоту. Чуть-чуть замажу, выровняю все. И потом уже конечно покажу вам, что получилось. Так, ну что же, ребята, вот так вот у меня получилось. Вот такая вот печурочка. Она аккуратненькая вроде. Красоту навел.
Ну все, сейчас подсохнет и можно будет подтопить ее. Прокомментируйте, кому нравится, кому нет. Короче, ребят, занялся полами. Хочу полы сделать. Немного сейчас вот разобрался тут. Бардак весь убрал. Так. Конечно, не до конца. Но было бы лучше, конечно, все это выбросить. Все эти дрова наверх. Но там начался дождь на улице. Не хочу, чтобы они намокали. Ну что, вперед. Попробуем что-нибудь сегодня сделать. Лупанул дождь сильнее. Прогремел гром, не успел записать. Так, ребятки, вот я кинул лаги. Тут у меня бардак, конечно. Вот теперь на них буду стелить пол. В общем, продолжаю кидать лаги. Чуть-чуть себе место разгородил. Освободил, убрал вот это вот все в дальний угол. Все доски, дрова. Сейчас вот, вот здесь вот я так одну кину лагу. Ну и начну стелить потихоньку. Так, вот здесь вот немного надо стругануть рубанком, чтобы вот эта щель ушла. Ну и все, вот так идеально. Бывает, ничего страшного, на рабочий момент. Так. Ложим доску. Смотрим, как она будет сидеть здесь. Сейчас посмотрим. О, отлично. Отлично. Потом их прибью, и они не будут болтаться. Ставим лайки, ребятки. Не забываем подписываться на канал. Впереди будет много интересного. Так, теперь небольшая перестановочка у нас. Сейчас буду продолжать полы в этой части делать. Сейчас возгребусь тут с дровами, с досками. И попрем дальше все это дело.
Ну, в общем, вот так вот у меня все получается. Вот такие вот полы. Ну, потом красоту наведу и покажу полностью все, как получилось. Тут еще углы надо доделать, забить пустое место досточками, вырезать и заколотить. Так, ну тут вроде все норм, тоже чуть-чуть подогнать надо, кое-где щели есть, но это не критично. В общем, ребят, на сегодня все. Пора собираться домой. Вообще, я хотел еще печку протопить немножко. Не знаю, как настроение будет. Может быть, протоплю сейчас. Посмотрим. Ну, сейчас пока бардак уберу, там видно будет. В общем, ребята, я все-таки решил растопить печку. Чуть-чуть прогреть землянку. В общем, тепло здесь. Хочу всю сырость выгнать. Ну, всю, наверное, не выгоню, но постепенно. Раз в неделю буду протапливать, будет все отлично.